13 декабря в Институте геологии и нефтегазовой технологии Казанского федерального университета состоялся благотворительный концерт. Каждый год в нашем институте мы проводили ярмарку. То есть мы готовили выпечку какую-нибудь, и студенты, как все знают, то, что студенты — это голодный народ, и они покупали. Это у нас очень масштабно проходило. На сцене института в этот день блистали уже знакомые всем ребята, которые выступали на сцене Уникса во время дня первокурсника или студенческой весны. Атмосфера вечера позволила гостям отвлечься от жизненной суеты и погрузиться в мир добра. Я желаю, чтобы вы через вот такие мероприятия, через всю жизнь пронесли это очень важное слово «добро». В этот день каждый желающий мог сделать пожертвование. Все вырученные средства пойдут на новогодние подарки детям-сиротам. Диана Шилова, Леонард Ультьяров, Универньюз.